Мужики, всем здорово. Народ интересуется, почему нет видосов так долго. Ну, потому что у меня здесь идет немножечко стройка. Ставлю себе помещение 5,5 на 6 метров. В центре будет стоять кран 360, который будет крутиться. Ну, стройка, она никому не интересна, поэтому не снимаю. Но мне есть что показать. Погнали смотреть. Сейчас попробуем поймать. Езжай сюда! Не поймали. Второй раз будем ловить. Так, мужики, смотрите, какой аппарат удалось выловить на улице. Видали? Вот эта тема. Обычный двигатель с бензокосы. Вот так все сделано. Через промежуточный вал понижение идет. Выведено все это дело назад. Сейчас мы найдем самодельщика, который это сделал. И расспросим по количеству зубов, какое понижение посчитаем. Не, ну прет, прет реально, мужики. Вот так вот я наблюдал. Ну, километров до 40, наверное, разгоняется. Очень интересно. Очень интересно. В общем, сейчас мы найдем самодельщика и пообщаемся. Так, мужики, ну, нашли хозяина. Всем привет. 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 Зовут Сергей. Знакомьтесь. Так, Сереж, ну расскажи, расскажи, как, что, к чему. Ну, в общем, пришла идея сделать самокат. Так как модно сейчас в данный момент электросамокаты. И как бы началось все просто с токаря колеса. Первым делом колеса стали купил от тачки. То есть изначально здесь колесо стояло как и здесь. Без камеры, без покрышки. То есть это просто пенка. Но практика показала то, что на пенке не едет самокатик. То есть оно прямо до диска просаживается до самой земли. И был сделан шаг. Срезали мы старую пенку покрышку. Просверлил отверстие в диске, так как его не было здесь. И поставили все надувное. Покрышку с камерой. И таким образом, поставив двигатель от косилки, начали изначально делать напрямую. Звезда была с этой стороны, цепь была напрямую. Естественно, он не поехал, не хватило мощности двигателя. Следующий шаг был понизить обороты двигателя, чтобы появилась тяга. Был сделан дополнительный вал с... Получается, как понижающий редуктор, грубо говоря. И тем самым мы понизили число оборотов, появилась тяга, и он поехал. Но поехал недолго. Родное сцепление не хватает, то есть слабо зацепляется, и поэтому был сделан другой шаг. Родные колодки были сняты и утяжелены свинцом. Посчитал я звезды, стоит 16 зубов, 39 зубов здесь, соответственно, здесь наоборот, здесь 16, там 39. Понижение в 4,8 раза, если я правильно понимаю. Вот, и достаточно этого для разгона и удержания вот этого всего, к скорости, будем так говорить. Снимаем с первого дубля, мужики. Можем повторяться, можем оговариваться, можем что-то забыть. Так что
Никаких проблем с этим нет. А передняя вилка, было сделано решение. То есть был велосипед, ну, родная ширина между стойками не хватало, была узкая. И был сделан момент, профильная труба 20 на 40, толщина 2 мм. Просверлив отверстие с двух сторон. Просто вот эти, получается, штанги, как они называются правильно, были уварены сюда. И, естественно, которая труба проходит здесь, была приварена. И тем самым получилось расширить. Ну, тут, конечно, большой толстый болт. Все это... Хороший болт. У нас на сколько? На 27, на 30, наверное. Гайки на 27. А тело даже, я не знаю. А, ну, 20, получается, 20-й, да. Здесь были подобраны, ну, какие были там кольца промежуточные. Внутри стоят подшипники запрессованы. То есть, и таким образом была сделана передняя балка. Это вся рама железная, тоже с трубы 20 на 40, толщина стенки 2 мм. То есть, как бы так, с первого раза получилось... Не заводская, конечно, техника, но ребенок мы рады, да, сынок? Да. Так, все отлично. Так, мужики, ну это не дело, это не дело. Сейчас я человеку подарю, наверное, кое-что очень нужное и важное. Держи, чтобы голова целей была. Пользуйся. Спасибо большое за член. Ну вот, другое дело. Уже похож на гонщика настоящего. А может даже и будущего самодельщика. А ну, как оно смотрится со стороны. Ну вот.